Новую группу открыли в детском саду при 36-й школе Симферополя. Еще 30 детишек стали воспитанниками дошкольного учреждения «Радуга». На торжественное мероприятие прибыл и мэр крымской столицы Виктор Агеев. Ему маленькие крымчане устроили теплый прием. Рады дети, рады и родители. Теперь не нужно несколько лет ждать в очереди или возить свое чадо в садик через весь город. Благодаря открытию новой группы в детском саду «Радуга» у 30 семей эти проблемы решились сами собой. Открытие новой группы продвинет очередь. И родители, которые находятся у нас в районе, все только за. Поэтому мы очень-очень благодарим и очень положительно к этому относимся. Было сначала две группы, сейчас мы открыли еще одну третью группу детского сада. Для детей от 3 до 5 лет. Они с удовольствием ходят, здесь с ними проводятся занятия. То есть все как в обычном детском саду. Группу открыли торжественно. Гостей дети встретили хлебом с солью, а затем порадовали стихами и танцами. Они ведь и так никуда не пускают, с тобой не пускают играть. Воспитатели самые лучшие. Мы любим их. И в детском саду нам очень нравится быть. И городские власти постараются сделать все для того, чтобы симферопольским детям было еще комфортнее, пообещал мэр крымской столицы Виктор Агеев. Строим новые детские сады, открываем новые детские группы. Наша задача, конечно, создать комфортные условия для наших деток, чтобы были нормальные детские садики, нормальные площадки детские, спортивные площадки, чтобы росло нормальное поколение, которому дальше развивать наш город. Также, по словам мэра города, для приведения в порядок детских дошкольных учреждений на территории Симферополя будут выделяться средства из бюджета России. Эдуард Здоров, Анатолий Скорик, «Время новостей».